не спит и на нас бежит! А, дыхание! Ах, дыхание! Кто в паровозе будет играть? Пойдите, пошлите. Да? Так, а теперь давайте паровозиком поиграем. Хорошо? Хорошо? Улыбнись мне. Как дела? Тепло, можно гулять на улице. Весело? Весело. Тебе весело? Тебе весело. Мне да, а тебе? Да. Я работаю в детском саду. У меня 14 детей, они все веселые, дружные, активные. Мне очень нравится моя работа и мои ребятишки. Они воспитанные, очень дружные. Я так думаю, что мы не отличаемся от городских детей. Дети, вы веселые? Да. А умные? Да. А воспитанные? Да. Вы молодцы. Да. Да. Не слышим «да». Громко. Да. Рано-рано солнце. Когда-то молоденькой девушкой, 19 лет, я по распределению приехала сюда, в начальную кирилловскую школу. И всю жизнь посвятила обучению и воспитанию маленьких детей. И сегодня уже 35-й год, я работаю на этой земле. Ну и при нашей работе, когда мы работаем с детками, нам не приходится скучать. Мы с каждым годом все молодеем и молодеем, глядя, как они подрастают. И ждем, что это наше будущее. Надо сказать, что здесь живут очень хорошие, трудолюбивые, добрые люди. И надо сказать, что население в основном молодое. Около 100 деток живет в этом агрогородке. Вы видите, что мы встречаем практически на каждом шагу мам с детками. Вот. Будущее есть, потому что здесь есть и работа. Агрогородок Барсуки является центром КСУП «Нива Барсуки». И это сегодня в районе довольно крепкое хозяйство. Да, поэтому есть работа у людей, есть заработок, есть достаток в семьях. Ну, как руководитель скажу, что коллектив у нас хороший, трудолюбивый. Трудности, конечно, есть. Я думаю, что они не только в сельском хозяйстве сегодня, и в других отраслях. Поэтому говорят, где родился, там пригодился. Выбирать уже нечего. Надо работать и трудиться, чтобы была польза и хозяйству, и всей нашей стране. Как зовут младшенькую? Кирочка. Кирюша. Кира. Сколько лет? 1 год и 8. Как вам здесь живется, в Барсуках? Ну, относительно неплохо. Кира, помаши на помаши ручкой, дядя. Помаши. Ну, по рассказам старожилов,
Здесь был непроходимый когда-то лес, болота, лесы. Людей здесь не было, было 2-3 подворья. Потом вот здесь очень много велось, говорят, барсуков, всякой разной лесной живности. Ну и вот один богатый такой человек решил тут построить деревеньку. И эту деревеньку, она началась издавна строиться, и называли вот, почему барсуки, потому что водились барсуки, и деревушка называется Барсуки, держат все хозяйство, потому что сегодня, может, и тяжеловато прожить на тех деньгах, но вот это дает подспорье. И коровы есть, и козы есть, и свиньи есть, и куры есть. Вся живность есть. Но барсуки уже не водятся. А барсуки не водятся. Работаю почтальоном нашего почты. Какие газеты разносите? Кировец, Советская, Могилевские. Ну, а так, разные журналы. Как вы думаете, в этой деревне есть что-то такое особенное, что отличает ее от всех соседних? Не знаю, люди добрее, чем других. Как зовут вашу козочку? Зося. Зося. А маленького как зовут? Ну, еще не 3 дня. То есть этому существу только 3 дня? Да, 3 дня. Весна, идет много работы? Ну, работы, да, посеется это все, огород и до самой осени. Рыж, хочет сфотографировать тебя. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам здесь живется, барсука? Хорошо. Мы сами деревенские привыкли в деревне. Для города, в городе непривычно, а в деревне нам вполне устраивает. Любим землю. Если бы не любили землю, любим, нравится в деревне жить. Сама с деревни, всю жизнь в деревне прожила. Вот здесь в деревне построились, вот и живем. Корова, свиньи, куры. Все такое вот. Ну, самое необходимое, что для деревни. Все, что надо, все есть. Есть свое. Молоко свое, сало, мясо свое, яйцо свое, что еще нужно. Так, ну и куда мы пойдем сразу? Что будем кормить? Корову. Корову. Сено надо положить. Бери, Варвара, вилла. Ну все, Варвара. 5 по биологии. Полюбаться. Также сено. Нет. Корова – это доход. Хоть и тяжело, но что-то есть. Деньги есть, молоко продаем. Здесь это самое. Продадим все, что таки. Все равно есть копеечка какая-то. Знакомимся. Кто вы? Варвара Ивановна. В каком классе учитесь, Варвара Ивановна? Я учусь в 11 классе. Выпускница? Да. Каким будущее вы себе свое представляете? Создать семью. Попутешествовать. Не знаю. Жить счастливо? Да. Привет. Как здрасте. Как зовут? Даша. Дарья. Иванова. Мы одна хвамилица. Что бы вы пожелали
маме, папе, своей сестре, всем жителям Барсуков. Здоровья, счастья, любви. Удачи в общем. Я приемная мама. Это мой муж. Ольга Павловна, приемная мама. Это мой муж Николай Григорьевич. Это приемный сын Дима. Приемный сын Влад. Дочь. Алина, дочь. Это приемная Алина тоже. Семья большая. Как-то другой раз и бывает, что ой, устаешь, трудно. Ну, а другой раз думаешь, что все-таки дом не пустой. Всегда дети, всегда весело, всегда как-то интересно, общаешься. Хорошо с детьми. Вот какая наша семья. Помните тот момент, когда жена вам сказала: Коля, давай возьмем мальчика? Ну да, помню. Ну, посоветовались, ну решили. Так получилось. Поехала и привезла мальчика, вот этот, который сейчас Влад. Это наш с первых дней у нас. Да, было год и 8 месяцев всего лишь. Я помню случай, что когда папа хотел тоже себе взять ребенка, и вот как-то вот любовь к детям, что вот мне так в другой раз жалко этих деток, что вот они такие вот, нету ни любви, ни ласки. А у меня вообще есть дом большой, не знаю. Хочу, чтобы все дети были счастливы. Дети, они есть дети, на детях все держится. Хочу сказать, что будущее в этой деревне есть. И дай Бог этой деревне процветания.